Привет-привет! Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас видео «Пустые баночки за один месяц, за ноябрь». Ну, каждый раз я думаю, что, наверное, баночек уже не будет так много, и каждый раз их очень много. Вот такая вот целая полная коробка. Здесь получилось у нас на 354 балла продукции, и я начну сразу с самых крупных баночек и коробочек. Это wellness коктейль ванильный, мой любимый коктейль. Их всего три вкуса: ванильный, шоколадный и клубничный. Я, конечно, иногда беру клубнику, иногда шоколад, но все время возвращаюсь к ванильному, потому что это самый вкусный, самый полезный и питательный коктейль. Он мне нравится в любое время дня и ночи, вкус его мне не надоедает, в отличие от шоколадного, вот, и клубничного. А ванильный мне нравится всегда. Что делает этот коктейль? Это белковая смесь, полезная, вкусная, питательная. Благодаря этому коктейлю организм получает необходимое количество белка, хорошего, качественного белка. Из-за этого мои волосы растут быстро и выглядят очень хорошо, то есть они такие блестящие, красивые. Ногти, кожа разглаживается. То есть вообще, в общем, организм работает как часы. Тик-так, тик-так. И мне это очень нравится. И, конечно же, в нашем рационе всегда есть wellness. Wellness. Тут пол коробки, я так понимаю. Wellness женский. Мы с дочкой выпили по пачке. И уже еще одну там пьем. И один мужской. Этой коробочке рассчитано на 21 день. В ней всего 21 пакетик. Это очень просто. Мы открываем пакетик, выпиваем его с утра или в обед. Лучше с утра, потому что это витамины, чтобы организм с утра зарядился. Что замечают мои члены семьи? То, что много энергии, много сил, классное самочувствие. Болезни все мимо проходят. Кстати, немножечко нас зацепила болезнь в этом году, но чуть-чуть так мимо прошла. Я, например, даже без температуры, просто несколько дней у меня был насморк и пропал голос, даже не было кашля сильного. Но это все ерунда, в аптеку даже не заходили. Поэтому рекомендую wellness, чтобы организм получал все необходимое, что ему нужно. Еще есть отдельные витамины Nutricomplex, тоже серии wellness. И, кстати, их сейчас нет на складе, а нам они срочно нужны, потому что пачка закончилась, а эти витамины, они целевые, они нацелены на волосы и на ногти, чтобы укрепить волосы, чтобы они лучше росли. И то же самое с ногтями, чтобы они были крепкие, не слоились, не ломались. Вот. Тоже очень быстро растут ногти, но я почему-то в последнее время предпочитаю короткую длину, то есть прям вот мини-мини. Мне так нравится, как выглядят мои ноготочки. Кстати, маникюр делаю сама, тоже только нашими средствами. И, в общем-то, очень даже довольна. Вот такой вот Nutricomplex. Рекомендую всем, как только появится на складе, берите. Его лучше пробивать курсом 3 пачки, 3-4 пачки. И в комплексе с витаминами Wellness Pack будет лучше эффект. А если вы еще и коктейль добавите, то вообще будет фантастический результат. Не шучу, говорю серьезно, потому что проверила все на своем опыте. Далее, в этом месяце 2 раза красила волосы, поэтому 2 пустые коробочки из-под краски. К сожалению, приходится краситься часто, потому что есть седые волосы, и они на черном фоне, то есть у меня темно-коричневый цвет 3.0, на темном они очень сильно видны, поэтому приходится подкрашиваться почаще. Конечно, не хочется, но деваться некуда. Так, сделаем 1, 2, 2 коробочки. Далее, закончился сухой шампунь. Кстати, балуемся иногда таким шампунем. Очень удобно, когда нужно быстро привести волосы в порядок, а нет времени мыть голову. Например, мне, чтобы вымыть голову, высушить, там, намазать маслами. Тем более, я не люблю ее сушить феном в свою шевелюру, потому что фен все-таки портит волосы. Ну, я не сушу горячим воздухом, но все равно предпочитаю, чтобы они высыхали самостоятельно. Но иногда нужен шампунь, чтобы освежить, приподнять, то есть реально волосы выглядят, как будто их помыли. Особенно это удобно в дороге. Поэтому такой шампунчик рекомендую, очень удобная, классная штучка. Далее, закончилась маска для волос, мед и молоко. Очень люблю эту маску, она классная. Я обожаю этот аромат, просто наслаждение. Вот пустая баночка. Просто наслаждение 100%, и качество волос очень хорошее. Закончился бальзамчик для волос. Это
разглаживающий кондиционер для волос был. Мы любим эту серию Hair X, и в принципе мне все бальзамы в Oriflame нравятся, и вот именно этот я постоянно перезаказываю. Или еще мне очень нравится для, по-моему, для непослушных, восстанавливающий. Вот, он, у него даже цвет упаковки похож, восстанавливающий, я его больше всего обожаю, и мы его всегда берем. Далее, с большим трудом закончился скраб для лица Swedish Spa. Он так долго у нас был. Не знаю почему. Я, в принципе, не часто пользовалась, потому что я больше люблю скраб Novage. И, естественно, когда я его получила, я им пользовалась и пользуюсь с удовольствием постоянно. А этот больше как бы пользовалась дочкой Миша. Ну, Миша такой, что его надо заставлять, напоминать. И поэтому скраб был очень долго, и я рада, что он наконец-то закончился. Потому что люблю, когда баночки, ну, когда не остается чуть-чуть на донышке, а чтобы они были полненькие такие, все время новые. Вот, скраб хороший, очень хороший, и у меня нет к нему никаких претензий. Мне очень нравится, что там мелкие-мелкие отшелушивающие частички. У него приятный аромат, если вы любите аромат спа, то есть такие нотки, чего-то там, морские нотки обычно в спа. Просто хороший мягкий скраб. То есть он такой щадящий, в нем нет такой жесткости, как бывают некоторые скрабы, что они же прям царапают лицо. Нет, мягенький, классный скраб. Я поняла, чем он мне не нравится. Я не люблю банки. Я не люблю доставать из банок. Я и кремы такие не люблю. А скраб Novage, он в тюбике. Я из тюбика выдавила немножко, и все. Вот. Поэтому я люблю все в тюбиках. Закончился еще старинный скраб Swedish Spa для тела. С маслами, с с маслом имбиря. У меня еще таких, наверное, 2 или 3 баночки в запасе, хотя уже серия обновилась, вышла новая, но я так боялась, что его снимут совсем с производства, что взяла себе в запас сразу несколько банок. За что я обожаю этот скраб? Он маслянистый. То есть он, мало того, что он круто отшелушивает всю кожу, так он еще маслами ее наполняет, насыщает. И я этот скраб использую как для всего тела, так и целевой. Например, я делала сегодня маникюр. Сначала я размочила лапочки своей водички в тепленькой. Потом я обильно намазала этим скрабом. Кстати, сегодня прям последнюю каплю отсюда забрала. Намазала скрабом, долго-долго втирала, потом щеточкой терла аккуратненько на коточке, отодвигала кутикулу в сторону, чтобы мягкое было такое отшелушивание. И потом, когда смываешь, руки прям такие мягкие, такие напитанные маслами. Обожаю этот скраб, уже взяла себе новый из новой серии попробовать, он еще лучше. Вот если честно, он мне понравился еще больше, чем вот этот. Кстати, еще я его люблю в бане использовать, беру в баню, и мы там с девчонками натираемся этим скрабом, все в восторге. И после этого все время спрашивают, а как его заказать, потому что скраб невероятно крутой. Мыло использовали, кокосовая вода и дыня. Люблю это мыло, оно у меня в любимчиках. Не скажу, что самое-самое любимое, я больше люблю все-таки пряный цитрус мыло, такое вот. Оно, кстати, будет в 17-м каталоге. И мне нравится Apple мыло. Тоже оно такое красное, тоже с пряностями, обалденно. Но это в моих любимчиках, его обожаю. Просто всегда говорю, мыло супер. А, наконец-то закончился дезодорант Happy Dizziac. Я думала, он у меня никогда не кончится, потому что почему-то он какой-то был бесконечный. Мне кажется, я пользовалась им целый год. Хотя я пользуюсь им каждый день. Но он шариковый. Так надолго хватило, честно говоря, аж надоел, но я уже себе достала новый, точно такой же. Потому что это мой любимый аромат Happy Dizziac, и он, в общем-то, не перебивает другие ароматы. Именно вот в дезодоранте он не перебивает аромат любых других духов, при этом великолепно справляет свои функции защитной и предотвращает там все неприятности, которые связаны с подмышечными впадинами. Тоже один из старичков закончился. Я его так берегла на лето, этот крем для рук, Optimals Body, дорогущий крем. Он еще против пигментации, у него высокий солнцезащитный фактор SPF 10. Я его, когда купила, потом думаю, поберегу на лето. А летом я про него забыла. И сейчас думаю, буду мазать. И вот я его вымазала полностью, обалденный классный крем, но его уже нет в продаже, в принципе. Поэтому что о нем говорить. Крем каштан для тела закончился, а крем для душа еще нет. Вот пустая баночка.
тоже вкусно пахнет. Мне понравился крем, потому что он такой легкий, как лосьончик. То есть он вообще не жирный. Он хорошо питает кожу. У него вот этот прикольный каштановый аромат. Он такой какой-то бодренький, свеженький, вкусненький. Даже какие-то сладенькие нотки в нем есть. И взяла себе, кстати, еще один такой же набор. Я так посмотрела, я как запасливый хомяк. У меня есть все в нескольких экземплярах. И, честно говоря, я когда беру себе повторные баночки, потом думаю, ведь в следующем каталоге или через один выйдет обязательно что-то новенькое, я обязательно захочу это попробовать, куда же все это девать. Но, кстати, все расходится, потому что продукция вкусная, классная, я ей пользуюсь. У меня не стоят баночки на месте. Если я купаюсь в душе, то я купаюсь нашими средствами обильно, потом наношу крем, я его не экономлю. Как мне нравится одно выражение, сказала женщина, ей, по-моему, 70 лет уже было, ну, что-то около 70, и она шикарно выглядит, у нее такая классная кожа. И она говорит, девочки, а вы крем как, мажете или накладываете? Мы такие, мажем. А надо его прям накладывать, не надо жалеть. Крема много не бывает, кожи не хватает, вы ее мучаете, да, и внешняя среда, и ваше питание, недостаточно ей кожи для того, чтобы классно выглядеть. Вы давайте ей хотя бы крем. Ну вот я стала больше мазать кремом. Закончилась паста, и еще там две прям на исходе, но уже покажем в следующих пустых баночках. Это травяной комплекс OptiFresh System 8. Это моя любимая паста. Еще мне очень нравится тотальная защита. И на третьем месте у меня стоит отбеливающий, потому что ей нельзя часто пользоваться. Но травяной комплекс я люблю больше всего. Мне очень нравится, как он прям освежает полость рта. Такие чистые зубки, прям языком приятно по ним проводить, потому что они такие гладенькие-гладенькие. Вот, люблю эту пасту. Вот, кстати, закончился крем Optimals Hydra Care. Это для дочки я брала. Я такими уже не пользуюсь кремами. Пустая баночка полностью вымазала. Но она сказала, что крем классный. Я даже уже купила ей новый такой крем, поставила. Классный крем, но я уже беру себе на вейдж, беру дорогие кремы. И последний флакончик. Это большая редкость в нашей семье, когда аромат заканчивается полностью, что не остается даже одной капельки. Это аромат The One Discuse. Как я буду по нему скучать. И если он будет когда-нибудь с огромной скидкой, я, наверное, его все-таки повторю, потому что этот аромат мы прям полюбили. Но из-за того, что постоянно выходят новые парфюмы, а этот прям вот просто красавчик, приходит, ну не то, что приходится, а я не могу удержаться, чтобы не купить новый аромат, особенно если он мне понравился. И поэтому их так много, что мы не успеваем даже ими пользоваться. И вот пустой флакончик – это огромная редкость. Это говорит о том, что аромат очень крутой, очень вкусный. И он вкусный для поколения 19 лет и для меня 44 года. То есть обалденно классный аромат. Поэтому рекомендую. Он очень стойкий, он вкусный. У него ягодные нотки, малинка в составе, ну, пахнет просто как свежая клубника. Такое чувство, что в доме стоит ведро свежей клубники, да, и немножечко, может, его так помяли. И клубника распространяется по всему дому. Вот, очень вкусно, очень классно. Все, давайте посчитаем, сколько получилось за этот месяц, за ноябрь пустых баночек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 пустых баночек и коробочек. Вот такой результат за месяц. И это больше 350 баллов. Ребята, если мне кто-то говорит, что нереально собрать заказ на 150 баллов, то я говорю, да, нереально, потому что минимум это вот 300 только на семью из трех человек. А еще мы даже не учитываем, что мы еще и родителям покупаем продукцию, но с них мы не берем пустые баночки, потому что это неудобно. Поэтому расход на семью просто колоссальный. Представьте, какая экономия идет. Каждый месяц мы экономим какую сумму денег, покупая по дисконту через сайт компании Oriflame. И еще используя дополнительные какие-то спецпредложения, скидки и акции. Что это очень выгодно и очень классно пользоваться натуральной шведской продукцией за буквально за копейки. Спасибо вам за внимание. Если видео понравилось, дарите лайк. До новых встреч.
С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro Stop Video.